Привет, друзья! Сегодня в Охотник.нет у нас поступили новые прицелы от компании Маркул. Это Маркул Сталкер, то есть премиальная линейка от этой компании. И вот в первую очередь я хотел бы показать прицел Маркул Сталкер 5х30 на 56 на 34-х кольцах ED, то есть с новым улучшенным стеклом. ED Glass они называются. Вот, посмотрим, для сравнения возьмем уже классический прицел от Маркул, самый популярный. Это 5х30 на 56, он абсолютно такой же, только у него кольца 30-е, похуже качество изображения, немножко другая сетка, про которую расскажу отдельно, меньше барабаны, клики, соответственно, на новом прицеле более четкие. Также есть подсветка, прицел стал несколько короче, нежели его предшественник. Но опять-таки 3/4 кольца. Такой прицел очень популярен, потому что за эти деньги, по большому счету, ничего не купить лучше на самом деле. То есть, если вы хотите прям прицел лучше, то надо смотреть что-то в районе Сайтрона, который сейчас, во-первых, в России сложно достать, а на вторичке ценники более 100 тысяч рублей. Но вернемся к тому, о чем мы говорим. Это прицел 5х30. Здесь уже сделаны барабаны с функцией Zero Stop, то есть быстрое обнуление, быстрое сохранение поправок. Прицел очень прикольный, я уже стрелял в тире. Меня сильно на самом деле удивило качество стекла. Я не думал, что будет такая разница между обычным Маркулом 5х30 на 56. Сетка тонкая, очень удобная. Параллакс работает отменно. Он у нас стоит на винтовке Impact M3. Этот прицел идеально подходит для тех, кто собирается стрелять в дисциплинах бенчрест, других спортдисциплинах. То есть прицел позволяет вам добиваться самых лучших результатов, не переплачивая при этом какие-то, ну, большие деньги. То есть за счет именно цены и качества этот прицел, я думаю, не то что встанет на замену классическому Маркулу 5х30, но, по крайней мере, сделает эту линейку более полной. Также у нас есть другие прицелы сталкеры. Вот обновленный Маркул 3.18 на 50, универсальный прицел, скажем так, который захватывает область и охоты, и спортивной стрельбы. То есть из маркуловских прицелов на самом деле 3.18, вот этот мой один из любимейших прицелов этой компании. Обновлен он опять-таки стеклом ED, улучшенными барабанами, большим углом обзора, ну и качеством изображения в первую очередь. Также есть подсветка, также прикольная сетка. Сетки у всех этих прицелов в первой фокальной плоскости. Третья новинка – это прицел Маркул 5х35 на 56. То есть у него уже кратность максимальная не 30, а 35. Что еще больше увеличит ваши возможности для, соответственно, высокоточной стрельбы. Вот такой прицел. Барабаны у него уже сделаны попроще, нежели у Маркула 5х30 на 56 ED Glass. По размерам очень сопоставим. Но, скорее всего, он немножко легче из-за маленьких барабанов. Вот длина. В остальном, в принципе, каких-то супер отличий там нет. Тоже сетка, как я и говорил, в первой фокальной плоскости. Отложим его. Все прицелы компании Маркул, то есть от самых бюджетных до самых дорогих сталкеров, в том числе ED Glass, новинка 2020 года, всегда есть в наличии в Охотник.нет. Только оригинальная продукция с официальной гарантией 1 год от компании Маркул. Приобретаем прицелы Маркул Сталкер в Охотник.нет.